Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Червь всегда был лидирующей наживкой на летней, весенней и осенней рыбалке. Начинающие рыболовы и не догадываются, что черви делятся на несколько видов, и наиболее уловистыми являются навозный червь, дождевой, земляной и большой червь под названием выползок. На него успешно ловят крупную рыбу. На выползка можно ловить карпа, сома, налима и даже щука или крупный ясь может отреагировать. Но сейчас мы рассмотрим классическую рыбалку на обычного земляного или навозного червя. Нередко у рыбаков возникает мысль, что же можно добавить в червя, чтобы он стал более привлекательным для рыбы. Однажды один старый рыбак рассказал мне, что если к червю вечером перед рыбалкой добавить немного халвы, достаточно будет пару чайных ложек, то червь после трапезы приобретает удивительный аромат. И это неспроста, ведь для того, чтобы понять, почему рыбе так нравится халва, достаточно взглянуть на ее состав. Ведь основным ингредиентом халвы являются молотые семечки подсолнуха. А как мы знаем, все рыбы семейства карповых неравнодушны к запаху нерафинированного масла. Вот и получается, что напитавшись халвой, червь приобретает удивительный аромат. На такую наживку всегда будет клевать там, где у других полный ноль. Теперь вы узнали секрет, который точно работает. Больше всего на такого червя отзывается карп, карась, плотва и лещ. Сделайте такого червя, много времени у вас это не займет, а вот результат вас порадует. А вы добавляете какие-нибудь ароматизаторы в червей или используете их с природным запахом? Напишите нам в комментариях. А чтобы ваша рыбалка была еще более комфортной, в описании под видео вы найдете ссылки на лучшие рыболовные интернет-магазины. На этом все, друзья. Применяйте секреты бывалых рыбаков, и вы всегда будете с уловом. Если вам понравилось наше видео, поставьте лайк. Вам не трудно, а нам необходимо. Поделитесь данным советом с друзьями-рыбаками в соцсетях. И после очередной рыбалки они вам скажут спасибо. Также не забываем подписываться на наш канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить выход нашего следующего видео. Ищите нас в Telegram по ссылке в описании. На этом я с вами прощаюсь. Всем трофейной рыбалки и всем пока!